Дорогие друзья, приближается новый 2021 год, а 2020 год подходит к концу. Так и хочется сказать, наконец-то подходит к концу. Да, это был непростой год. Действительно, много разного случилось за это время. Но давайте все-таки помнить именно то, что принесло радость и счастье. Многие из нас ждут, что наступление 2021 года что-то поменяет. Конечно, поменяет, но только в том случае, если мы будем действовать. А не ждать чуда. Действовать в каждом дне, на своем месте, по мере своих сил и с любовью. Спасибо вам, дорогие зрители, подписчики, что вы были с нами в этом году. Мы создавали для вас максимально полезные и интересные видео, чтобы в каждом доме, в каждой семье стало еще больше здоровья, оптимизма и счастья. Будем рады, если вы напишите в комментариях под этим видео свои предложения и пожелания о том, какие темы вам интересны и что бы вы хотели увидеть в новом году на нашем канале. Друзья, коллеги, подписчики и зрители, поздравляем вас с новым 2021 годом! Хотим пожелать вам любви и счастья, успеха во всех начинаниях и, конечно, умного здоровья. Пусть это будет год внутренних побед, созидания, жизни и любви. До встречи на канале «Умное здоровье» в 2021 году!